Приготовим полезную ватрушку с ягодами вместе со 100 пудов. К творогу добавляем яйцо и подсластитель. Хорошо перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем. У меня амарантовая мука. Она обладает полезными свойствами и очень интересна по вкусу. Мокрыми руками формируем ватрушку, отправляем выпекаться на 10 минут. К ягодам добавляем крахмал, сахар, у меня тростниковый. И наша начинка готова. Распределяем по ватрушке и еще на 15 минут в духовку.